Сегодня в аэропорту Анапы экстренно сел самолет Boeing 737, выполняющий рейс Анталия-Самара. Причиной вынужденного приземления стал сердечный приступ одного из пассажиров. Решение о посадке было принято командиром экипажа. На земле самолет уже ждала бригада медиков. Врачи оказали мужчине первую помощь, а затем госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Как сообщили в управляющей аэропортом компании Basel Aero, через час после посадки в Анапе самолет вылетел в Самару.